54 миллиарда евро готов заплатить Лондон за Брекзит. Об этом сообщает издание Sunday Times. Британское правительство должно пополнять европейскую казну еще 3 года после выхода из ЕС. Только при таком условии Брюссель готов обсуждать торговые соглашения с Лондоном. Ранее Евросоюз требовал 100 миллиардов евро, но в Британии наотрез отказывались выплачивать такую сумму, из-за чего переговоры зашли в тупик.